Всем привет! Друзья, я вас поздравляю с началом весны. Это прекрасное время. Ни в коем случае нельзя сидеть дома, тем более, когда совсем скоро выходные. Впереди много интересных событий. 3 марта во Владивостоке состоятся мастер-классы победителя третьего сезона телепроекта «Танцы» Дмитрия Щебета. После пройденных занятий все участники получат сертификаты, а стоимости лучше узнавать заранее. Место проведения – Дворец культуры железнодорожников. К слову, там же только уже в 18:30 для всех желающих пройдет семейный праздник, посвященный Международному женскому дню. В программе выступления ярких детских творческих коллективов города, конкурсы, игры и розыгрыш призов. Входной билет стоит 150 рублей. С такой же тематикой готовят вечеры артисты приморской сцены Мариинского театра. В преддверии весеннего женского праздника солисты оперной труппы решили сделать музыкальный подарок прекрасной половине человечества. В одном концерте собраны почти все мужские голоса театра. Тенор, баритон и бас, которые будут говорить о любви к женщине языком русской романсовой лирики 19 века. 3 марта в 17:00 в Приморской картинной галерее на Партизанском проспекте 12 открывается фотовыставка. В экспозиции представлены более 50 работ 5 фотографов из Владивостока. Цель – показать жителям и гостям города красоту дальневосточной природы. По замыслу организаторов, проект не ограничивается экспозицией. Он должен стать открытой коммуникационной площадкой, где пройдут встречи профессионалов с любителями фотографий и ценителями красоты родного края. Выставка антикварных кукол на днях открылась в доме чиновника Суханова. На экспозиции представлены барышни конца 19-го, начала 20-х веков. Фарфоровые красавицы, которые когда-то украшали покой аристократов, сегодня хранятся в частной коллекции профессионального антиквара Алены Смышляевой во Владивостоке. 4 марта в Краевой филармонии состоится большой концерт от мужского вокального квартета «О чем поют мужчины». В составе лауреат всероссийского конкурса «Новая звезда» Александр Пстыга, Дмитрий Сабитов, Павел Хименков, Дмитрий Горовой. В программе «Хорошее настроение» и самые лучшие песни о женщинах и для женщин. В будущий центр «Эрмитаж Владивосток» всех желающих приглашают на весеннюю ярмарку «Подарки любимым». В ассортименте уникальные изделия, ручной работы от лучших приморских мастеров. Выпечка, книги, календари, цветы, косметика и многое другое. Дальневосточный государственный институт искусств приглашает 4 и 5 марта на концерты органного абонемента, участие в котором принимают ансамбль и камерный оркестр под руководством заслуженного артиста России Феликса Кальмана. А в Большом ГУМе в субботу и воскресенье долгожданный бьюти-маркет. Организаторы сообщают, в этот раз для вас подготовлены лекции, которые помогут вам стать еще красивее и внешне, и внутренне. Вход бесплатный. Ведущая солистка Мариинской оперы Оксана Шилова представит новую концертную программу. Выступление пройдет 5 марта в Малом зале Приморской сцены. В программе исполнительницы самые изысканные шедевры вокального репертуара, который включает в себя лучшие оперные арии, а также редко исполняемые лирические миниатюры великих классиков. На этом пока все. Увидимся на культурных площадках города и до встречи на 8-м.